Друзья, всем привет! С вами снова я, Любомир Борода. Сегодня, как вы уже заметили из превью этого ролика, мы поговорим о бренде Swaston. Рассказать о бренде Swaston я решил именно в это время, в этот период, в период Коляды. Всех причастных поздравляю с этим праздником, с рождением нового солнца. Гой Коляда! Вот. И для тех, кто не знает, хочу уведомить то, что бренд Swaston отмечает свое 8-летие. Они образовались в 2010 году как раз на Коляду. Поэтому обзор на новинки бренда. Я никогда не записывал обзоры на футболки, потому что думал, ну, что можно показать в футболке? Просто футболку, да, вот смотрите, футболка, смотрите, какой у нее крутой дизайн, и все. А потом что-то подумал, так, ну, я же ношу разные футболки, я разные футболки покупаю, мне дарят, я знакомлюсь с различными брендами. Вот, и очень часто попадаются футболки, в которых после первой же стирки я разочаровываюсь. Поэтому я решил все-таки сделать обзор на футболки Swaston. Футболки, которые мне очень нравятся, плюс они только что вышли, и я думаю, вам будет интересно познакомиться с новинками. Итак, футболки. Как я уже сказал, стирка. Стирка – это один из первых показателей, хорошая вещь или нехорошая. Когда вы стираете футболку, часто бывает, вы покупаете, трогаете, блин, такой классный материал, такой офигенный принт, улыбочки, все пошито по мне, там все это кайфово и удобно сидит. Но после первой стирки вы понимаете, что у вас поехали швы, у вас что-то начинает распускаться, и самая частая проблема, когда вы берете футболочку вот так вот в руки, начинаете вешать на бельевую веревочку, вы не можете сложить ее по швам. Она у вас вот таким вот образом перекручивается. Это проблема большинства производителей. Бывает так, то что постирал, блин, пошла куда-то перекрутилась, ну высохла, я ее кинул в шкаф и практически забыл, ну как бы разочаровался, да, в футболке. Ну где-то, да, я ее одену, в принципе, как бы на теле-то эту перекрученность не сильно видно. Но все равно разочарование. Дальше. Футболки часто после стирки садятся. Часто у футболок не соответствует размер. То есть там спрашивают, а вот у вас L, M, там S, и у производителя все время спрашиваешь, а у вас это классический, или они у вас маломерят, или они у вас большемерят. Вот. К чему я это все говорю? У Swaston футболки размер в размер. Вот. У Swaston по швам футболки не перекашиваются. Я сколько ношу уже эти футболки, вот, сколько ношу всякие другие футболки, вот отличительная черта Swaston, то что в этом отношении у них все хорошо, и футболка долговечная, вот, и даже еще из первых партий у меня дома есть футболки, есть у моей жены, есть у дочки даже, и именно по качеству пошива ничто нигде не расползается, швы не гуляют, ничего не перекашивается, и все очень как бы в этом отношении классно. Дальше хотелось бы обратить внимание на лейбаки свастоновские. Вот. Вроде бы тоже как бы мелочь, да, но вы посмотрите, сейчас все стараются быть уникальными, сделать что-то прикольное на своих футболках. Кто-то делает эти лейбаки резиновые, кто-то делает кожаные. Когда вы покупаете футболку там с кожаным логотипом, да, вот такой вот бирка или там с резиной, это выглядит классно. На витрине это вообще смотрится огонь, вы такие, вау, кайф. Вот. Но когда, опять же, вы начинаете стирать, носить, стирать, солнце, еще что-то, кожа, когда ее, вот, которая сюда часто ставят, когда ее мочат, потом сушат, потом солнце, еще что-то, она становится, либо она корежится, сжимается и тянет вашу футболочку по шву, либо она высыхает и становится деревянной, либо загибается как-то некрасиво. То есть она начинает плохо себя вести, чаще всего, и вам потом приходится ее просто отпороть, потому что, ну, она вас напрягает. Что же касается резиновых вот этих штук, они вроде бы нормально себя чувствуют, но бывает такое, то что после производства, когда сворачивают эти футболочки, они идут на склад, там лежат, собственно, резинка часто бывает так, то что перегинается вот в эту сторону, задом наперед, как бы такой галочкой. И получается, идет не по вашей фигуре, не облегает ее, а наоборот, в противоположную сторону выгнута. И
с этим надо что-то делать, надо какую-то там термообработку как-то нагревать и выправлять. То есть резина, получается, ну, может принять форму после производства какую-то не очень вам удобную и как-то криво быть согнутой. И это тоже, ну, как бы некрасиво, и хочется ее отпороть. Вот и к чему я опять же все это веду. Пример с Вастон. У них эти бирки качественные, жаккардовые. Вот эти бирки неубиваемые, и кучу стирок выдержит, и, наверное, футболка уже сотрется в хлам, а бирка будет такая же, как и была на самом деле. То есть очень качественно, ярко, кайфово, не напрягает вообще никак, выглядит стильно и еще хороша тем, то, что на всех футболках они разные. Мы берем вот черно-белую футболку, и здесь у нас беленькая бирочка с черным логотипом. Вот на цвете там олива, каких-то более милитари, койоты, там бирки подогнаны под тот стиль, под тот цвет. То есть они очень классно вписываются и хорошо смотрятся. Про качество футболок мы поговорили, теперь давайте поговорим о коллекции, о новых футболках, которые вышли буквально вот на днях у компании Swaston, и немножечко разберем принты. Итак, футболочка 13-12. Что такое 13-12, знает, наверное, каждый. Те, кто не знает, это аббревиатура ACAB, All Cops and Busters, все мусора свиньи. Собственно, агрессивный дизайн, агрессив бренд, Swaston, мы видим логотип 13-12, красно-черные классные цвета и, ну, офигенный подарок любому молодому человеку. Следующая футболочка, это даже не футболка, а long sleeve. Футболка такая с длинным рукавом. Классно, кстати, очень сидит. И удобно вот в такую зимнюю погоду носить под толстовочкой какой-нибудь. В общем, long sleeve посвящен Украине. Украине как фортпосту Белой Европы. Этот дизайн разработан, дизайн гравюра разработан художником, нарисован Нестором Гуком. Вот, не оставит равнодушным людей, готовых защищать свой родной дом. На дизайне, вот я вам ставлю его поближе, мы видим славных воинов. Они смотрят на нас с небес сквозь века и дарят силы победы над извечными нашими врагами. Тут король Данила Галицкий, Святослав Храбрый, крестоносец и римский легионер, казак, воин УПА и воин-доброволец АТО. Все они стоят на страже крепости Европы. Очень крутой long sleeve, мне очень нравится, и прям я очень доволен, что приобрел его. Следующий дизайн сделан в духе заводного апельсина, все знают такой фильм, его героев, сюжет. Но если присмотреться, то на футболке мы видим одного из основоположников украинского национализма, Николая Ивановича Михновского. Сама по себе футболка классно смотрится, да, это такой прям Clockwork Orange, и плюс классно, что компания Swaston знакомит своих клиентов, почитателей своего бренда с украинской историей, с историей украинского национализма. Как вы помните, до этого была футболка с Донцовым, теперь вот вышла футболка с Михновским. Так что приобретайте такие классные вещи, изучайте историю, будьте в курсе. Еще вот такая футболочка, снайпер, отличный вообще дизайн, кайфовый для любителей оружия, очень классная футболка, настоящая такая, мужицкая, вот, кайф, нет какой-то там наляпистости, да, нету кучи каких-то там непонятных цветов, все выдержано в стиле, смотрится очень кайфово, мне очень понравилось, очень-очень прям зашла она. И последнее, и специально оставлял на десерт, это толстовка. Толстовка Кола от Swaston. Ну, не знаю, тут прям, не знаю, с чего начать. Тут все классно. Мне все очень нравится. Знаете, толстовок сейчас очень много делают всякие разные люди, которые называют себя брендами. И там тоже, как и с футболками, там до первой стирки, вот. Ну и все какое-то однообразное по одинаковым лекалам и так далее. Эта толстовка. Тут вот держу в руках капюшон сразу. Он
офигенный. Его когда одеваешь на голову, он на ней хорошо сидит и смотрится. Он классно так вот качественно прошит. Тут хорошая плотная. Смотрите, в капюшоне есть подкладка, то есть нету какого-то вот этих катышков, да, всякой вот этой вот чепухи, как обычно делают, вот, с подкладкой. Плотная ткань, теплая, вот, даже вот, ну, как самодостаточную куртку не поносишь, но при такой нулевой и там немножечко в плюс температуру очень даже можно. Теплая, толстая, очень приятная на ощупь ткань, фурнитура UKK. Вот, потом, что еще тут хочется сказать, мне очень нравятся даже вот эти штуки. Они такие, ну, затяжечки, да, которые на капюшоне у нас. Стильно прописан бренд, название бренда, и смотрится это кайфово. Также бирочка аккуратненькая, в стиле. Вот. И отдельного разговора, конечно, заслуживает вот эта вот штука, логотип бренда на капюшоне. Знаете, такая пенная печать, она такая выпуклая, классная такая, очень-очень прикольно сделана. Вот. И на спине мы видим ее же, она прям, тут на спине рунами написано название бренда Swastone. И они прям вот как вот такая, знаете, как будто приклеенная такая резинка, пена. Я такое помню раньше видел у Торштайнера. Вот. Спина просто бомбическая. Целая картина. Тут просто невозможно остаться равнодушным для настоящих приверженцев родной славянской веры. Тут молнии Перуна, деревья, корни деревьев прочные, которые говорят о том, то, что род наш неубиваем, непреодолим. Спереди на груди мы видим коло. Это колесо, опять же. Колесо Перуна с руной Зиг, как символ победы в ратных делах. Очень кайфовая, я бы даже назвал ее кольчужкой, да, кольчуга, толстовка, хорошая. Вот такая штука, ну, такая вещь заслуживает того, чтобы быть в вашем гардеробе. Уж в моем так точно. В сочетании с футболкой снайпер вообще огонь. Смотрите. И кармашки здесь еще есть. Офигенные. Мне очень нравится, когда толстовки на молнии, с карманами, с хорошим капюшоном. Тотальный огонь. Собственно, на этом я готов завершить обзор новинок от Swastone. Поздравляю этот бренд с 8-летием. Это хороший срок. И согласитесь, то, что за такой срок, если компания на плаву, если она продолжает радовать нас своими новинками, значит, они работают над собой, растут, работают над ошибками, если они случаются, и с каждым годом становятся все лучше и мощнее. А поэтому пожелаю развития, удачи, больше новых интересных вещей. С вами был Любомир Борода. Это был обзор на новинки от компании Swastone. Где их купить и где их найти, ссылочка в описании. Вот. Ну и, соответственно, поздравляю всех с новолетием, с Калядой, Гой Каляда. Слава родным богам. До новых встреч.